замечательная погода. Несмотря что утром был морозик, погода сейчас отличная. Хорошая, морозно. Сегодня прекрасно, только что холодновато чуть-чуть. Еще не привыкли. Солнышко светит. Отличная погода. В принципе, очень замечательно. Подобается, солнечно, с морозиком крыху. Настрой утекает добрый. Солнышко светит, но холодно. Непредсказуемая погода. Так что не знаю, не хотелось бы, чтобы было очень холодно. Привыкать к морозам очень страшно. Но ждем, что зима будет теплая. Не знаю, я же не прогнозирую погоду. Понятия не имею. Ну, слышала, что прохладно, холодное. Теперь уже не поймешь. Как-то все изменилось, я уже не поймешь. Не знаю, наверное, теплая. Потому что погода сегодня хорошая. Значит, зима будет теплая. Суровая зима. Это кто его знает. Это если следить, весной нету, скажем. Если... Считаю, что по такой осени сурово. Гребенская область так. Я думаю, суровая будет зима. Лютая, с морозами, со снегом, якой и повинна быть зима, на моем меркование. Если честно, я даже не знаю, так как живу в своем доме. Дрова заготовили, нам будет дома тепло. По поводу квартир, не знаю. Ну, у нас в квартире тепло на данный момент. А что будет дальше, я не могу сказать. Я не знаю. Я натоплю дровами ненормально. Так что дрова тоже неплохо. Да, вроде бы плохо, очень плохо. Почему? Потому что отопление подключили, может, вчера только. Звонили в коммунхоз, сказали, что что-нибудь придумают и сделают это все. Нормально, тепло, а считаю, что... А так тепло. Тепло. 21 в квартире, это в садах норма, а не в квартире. Так что... По сравнению раньше, были зимой 4 градуса, а сейчас нормально, зимы, любой мороз. Считаем, что нормально работает. Нормально. Пару дней, там день-два, и все, тепло. Так что проблем нет. Лечу, что добро подрихтовано, в квартире тепло. Ну, как так уж и зиму, такое тепло было бы зараз в квартире. Подрихтовано, лечу, не дренно. Реально, естественно, как обычно. Ничего не сделали. Везде все виноваты.